Вот первый мостик. Вот его и надо как раз засыпать. Вот придет бульдозер. Как мы это сумеем сделать, не знаю. Это нормальное озеро наше было, пруд. Директор Кольчинского сельсовета, которому принадлежим, директор совхоза Кольчинский, Мануилов. Это Сергей, кажется, звать его. Он что, прислал ночью бульдозер и перерыл, и выпустил воду всю. А зачем? А чтобы весной у них не прорвало. Приехал директор Мамонтовского района, глава администрации, Метелев Петр Федорович. И стоим с ним, он даже увидел, когда все, заматерился. Да простите, да это что ж делается-то? Ну, вызвали, краевая прокуратура занялась, дал обещание с печатью, подписью, бланк. Весной сделаем, зимой не, мороженая земля нельзя сделать. Сделал? Нет, не сделали. А судья еще спрашивает, а у вас есть документация на эту плотину? Я говорю, она сделана 180 лет назад. Я на кладбище пришел, спрашивал, все молчат. Вот как Роспотребнадзор. Купаетесь, а у вас есть разрешение? То есть совершенно люди, помутненные разумом. Лишь бы зарплату платили, они будут за то, что пошел оправиться. А есть у тебя справка на это или нет? Вот, понимаете, такое безумное время. Совершенно. Разрушил плотину и все. А теперь коммунист. Коммунист главное-то. А теперь мельницу организовал. Все, предприниматель, ну, как все говорят, наворовал, говорит, вовремя. Вот он теперь. Вот откуда, какую даль везде. Больше 100 метров. Когда он сделает? Нам перебраться на тот берег надо. А там настоящая работа уже будет. Вот так. Это вот мостик называем первый. Столбы. Мне кажется, так думаю я их, раньше около 100 лет им. Это сосна, которую рубили зимой, в ней вся смола. А потом ее в известковых ямах, известь где, вымачивали, может, она не один год там мокла. И вот здесь такой был мост. Закопали, пожалуйста, по нему переезжали. Некоторые столбики упали. Остальные стоят около 100 лет, я посчитал так, когда было. Пожалуйста. Старики знали как. А мы не знаем. Криозот. Его тогда не сделали. Дома его не сделаешь. Это наш бульдозерист. Готовит проезд на эту сторону. Да, там камыши, банки. Видишь как. Самая няша. Так. Сейчас на второй мостик, если перейдем, там начинать работать можно. Издалека. Я еще попросил бульдозериста подправить путь. Я поехал сюда домой. Он с обратной стороны. Еще один ковш или нож, как назовешь, подцепил. 150 метров расстояние, откуда он берет и везет. Представьте, это не машина, сколько тут на ноже. Но у него получается, посмотрел, 3 минуты пустой и 5 минут нагруженный. Вот он сейчас опять взял.
Хотя издалека, это я говорю, руки трясутся, ну какой это съемщик. Ну хотя представление было. Вот там мы работали. На втором мостике, это на первом. Подправить. Решил, послушался. И что скажешь, он то делает. Ну так. Господь опять дал такого человека, который хорошо все делает. Ну, попятился назад. Думает, что еще взять. Видишь как? Волков Владимир Иванович. Господь нам его послал, мы за него молимся. Видишь как? Все, пока.